Для работы с искусственным покрытием я использую сменный файл ленту и основу Stalex Pro Expert 20. Для начала я отмеряю нужную длину ленты, отрываю и приклеиваю на основу. Снимаю защитный лайнер. И приступаю к работе. Сейчас я хочу из формы квадрат сделать овал. Для этого делаю опил по форме. Сначала боковые. Делаю легкие, комфортные движения, для того, чтобы клиенту было приятно. Опиливаю с другой стороны. И довожу до идеала, подпиливая торец. После чего перехожу на опил по поверхности. Пилить искусственный материал можно слева направо и справа налево. Шлифую для достижения идеального результата. Наш ноготок становится гладким и ровным, готовым к покрытию. И все готово. Этот абразив отличается своей уникальностью и выносливостью. Он самозатачивающийся.